Мы все еще ждем Пирсона. Никто не знает, что он будет делать, но послужной список у него не идеальный. Будь ты здесь, Пол, ты бы вправил ему мозги. Надеюсь, Цусман и Аела продержатся, пока мы не снесем те пушки. Док 1 главный, это Док 1-6. Меня слышно? Прием. Всем, кто меня слышит, это Дегут Вайт, Док 1-6. Проверка связи. Меня слышно? Прием. С вашего позволения, сэр. Может, нам лучше двинуться к точке сбора? Нет, рано. Пирсон дойдет. Сэр, это слухи, что Пирсон всех погубил на перевале Кассарин. Знаешь, Дэниелс, когда у тебя будет взвод, ты поймешь, что есть два пути. Плохой и жуткий. Но ты думаешь о своих. И все преодолеваешь. Знал бы это Пирсон. Сержант Пирсон. Молись, чтоб не быть на его месте. Лейтенант! Получили сообщение от Бейкера. Они атакуют холм 493. Пирсон с ними. Что? Он взял наших и второй взвод. Скорей! Пошли! Пошли! Не останавливаться! Может, Пирсон все еще у подножья холма? Полагаю, мы его давно прошли. Зашевелитесь, черти! Кажется, это наши! Дэниел! Ты как? Я в порядке. Где остальные? Пирсон повел их атаковать орудие. Мы просили подкрепление. Упрямый сукин сын! Мы за вами вернемся. Быстрее! Мы им нужны! Артобстрел! Ложись! Обход пути нет! Придется подниматься на холм! Не высовываемся и двигаемся вперед! Устраняй их по одному! Справа! Они прижали наших ребят! Пулемет уничтожен! Осталось два пулеметчика! Помогите! Все будет хорошо! И в укрытие! Останавливайте пулеметчика! Все будет нормально! Он умер! Бейте по пулемета! Еще один! Уничтожь его! Усилить натиск! Сними башку! Пулеметы замолкли! Вперед, бойцы! Надо присоединиться к Пирсону! Рад тебя видеть, дружище! Пирсон! О чем ты вообще дум... Выполняем задание! Надо помочь нашему инженеру взорвать тот бункер! Это еще не конец! Дэниел, сопровождай Паркера, чтобы он мог заминировать бункер! Есть, сержант!
Дэниелс, дай знать, когда будешь готов! Пригнись и пошли! Живее! Вперед, вперед! Огневое прикрытие! Продолжайте огонь по пулемету! Давай! Я пошел, прикрывайте! Вперед, вперед! Маркер убит! Дэниел, бери взрывчатку и закончи дело! Парни, прикройте меня! Иду за зарядом! Есть! Мы будем обстреливать бункер! Дэниел, захвати подрывной заряд! Я займусь! Прикройте меня огнем! Уничтожить пулеметный бункер! Заряд установлен! Назад! Бункер зачищен! Заходите! Сколько потеряли? Мы выполнили задание. Сколько? Был приказ занять этот холм. Надо было подождать нас. Времени не было. Так что с людьми? Был приказ. Да пошел ты со своим приказом. Думаешь, я этого хотел? Мы шестеренки в машине, Джозеф. Если будем делать, что хотим, весь механизм сломается. Подумай об этом. Это люди. Наши люди. Об этом ты подумал? 150-ки по-прежнему бьют по нам! Вперед! Уничтожим их! Дэниел, впереди артиллерия! Нужно открыть дверь! Враги убиты! Дэниел! Подорви орудие термитным зарядом! Поберегись! Янки Швайнер! Прямо по курсу бункер! Впереди еще пушки! Не останавливаться! Могу подкинуть гранаты или дымок. Да, последний до 50-ки. Вот почему стрелы! Надо зачистить место, прежде чем бить по 50-кам. Должно хватить!
него попали! Все нормально. Я с тобой, сынок. Лейтенант! Ами. Fluchten Schweine. Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Ja? Arschlöcher. Scheiße! Turner! Вражеское подкрепление! Назад! Я не выживу! Брось меня! Я с тобой! Иди! Отсюда, ребят! Нет, мы продержимся! Вы должны отступить! Нет! Мы вас не оставим! Поднимите меня, я их задержу! Уходите живо! Живо! Мы не забудем! Нет слишком больших жертв! Давай! Назад! Бегом! Нет! Сэр. Я подумал, вам это больше нужно. Ты ошибся. Видишь ли, это новый мир, Дэниелс. Мой мир. И будь уверен, я выполню свои обязанности в полной мере, как бы там ни было. Теперь ты мой заместитель. Будешь поддерживать меня на 1000%. И обеспечишь мне такую же поддержку у всех. Если не доработаешь, ответишь по полной. Все, прочь с моих глаз.